Тольятти продолжают устранять последствия снегопадов. Во всех трех районах города работает более 100 единиц техники и около 250 дворников. Большая часть внутриквартальных территорий уже расчищена, однако есть дворы, в которых еще только предстоит сделать основной объем работ. Нам не нужны наказания, акты и так далее. Нам нужен результат. Территории должны быть убраны. Есть дома прямо в идеальном состоянии, территории привели, управляющие компании привели территорию возле домов в идеальном состоянии. Очень много домов, где территория находится, как вы правильно отметили, в благоприятном состоянии.